Эй, хулиганы, всем привет! Вы на канале На канале Wicked Bemut. Надеюсь, я правильно выговорил. Выходит аниме-сериал про Скулбоя. И сегодня мы его с вами посмотрим. Ставьте лайк, если любите Скулбоя, и мы начинаем. Поехали! Папа Гена смотрит телек. Пока что все как обычно. Единственный момент, камера только очень сильно трясется, что погружает нас еще больше в этот сериал. И немножко укачивает, если честно. Ладно, очень сильно укачивает. А вот Андрюшка! Хей! Хей! Привет, мама! Странно, он очень веселый. Что случилось? Привет, папа! Привет, папа! Привет, Андрюшка. Окей, так, что-то здесь не так. Обычно Андрюшка не такой общительный со своими родителями. Ура! Никакой больше школ! А что с голосом, Андрюшка? Окей. Андрюшка сразу же принялся после школы играть в мороженщика. По-моему, это здорово. Так, а теперь он играет в метель. Слушайте, Андрюшка настоящий геймер, хочу я вам сказать. Здесь мы с ним, конечно, очень сильно похожи. Я тоже прошел все эти игры. 2 года спустя, окей, что дальше? А-а-а? Рыбак-маньяк пришел, проник в их двор? Серьезно, отец не заметил его? Вот это, конечно, очень интересно. Чувак, он у тебя прямо под окном. Главное, когда я под окном там хожу, он меня сразу увидит. Если вот там рыбак-дурак почти танцует, он не видит. Окей, здорово. Молодец, Геннадий. Андрюшка, беги! М? Ага. Что за фигня? Кто был у окна? Это хороший вопрос. Это был рыбак-мудак. Ой, зря он его открыл. Мальчики, приходите есть! Неужели мама Галя наконец-то доготовила? Даже как-то не верится, если честно. Черт возьми, это была лучшая часть матча. Чё, батя Гена наконец-то досмотрел футбол? Ребята, это точно Скулбой, блин. Блин. Нет. Нет. Нет, Андрюшки. Я воспользуюсь возможностью и позвоню Эндрю. А что за Эндрю? Мы вроде играем за Андрюшку. А Эндрю, его уже нет. На ужин. А его уже нет, твоего Эндрю. И Андрюшки, кстати, тоже. Эндрю! Эндрю больше нет. Что за фигня? Просто посмотрите на этот шедевральный бег. Почему папа Гена бегает как 9-классница? Я не понимаю. Галя! Аля! Аля! Галя! Нашего сына нет в комнате! Успокойся, Гена! О чем ты говоришь? Он говорит о том, что вашего сына нет в комнате. Что не так с этой женщиной? Окно открыто! И компьютер даже включен! Слушай, окно открыто, а его рот нет, когда он разговаривает. Это странно. Ну ладно. Думаю, он сбежал! Блин, мы должны найти его, прежде чем что-то случится. Вокруг какие-то странные люди. Согласен. Кстати, вы подходите под это описание. Вы тоже очень странные люди, потому что вы разговариваете с закрытым ртом. Это странно. Я вызову полицию. Кстати, это все равно, что я бы разговаривал вот так вот. Согласитесь, это странно. И на этом серия заканчивается. Серия заканчивается на том, что Андрюшку украли. Интересно, в следующей серии нам покажут, как его нашли? Или там будет сразу другой сюжет? Я не знаю. Сейчас увидим. А, нет, сразу будет другой сюжет. Здорово, вообще великолепно и замечательно. Андрюшка сидит и учит уроки. Окей, давайте посмотрим, что дальше. Может, он еще и школу перестанет прогуливать? Я не знаю. Как скучно изучать математику, когда мне пора идти на улицу.
Папагена. Андрей, возьми блокнот и пройди со мной в гостиную. Вы собираетесь рассказать мне, что вы узнали? Мы? Мы тебе ничего не собираемся рассказывать. Боже, наконец-то они выключили этот футбол долбанный. Хорошо. Начнем с простого вопроса. Окей. Каково значение функции f(x) равно 2x плюс 3? Если... Честно? Вот я, например, вообще не знаю. Напишите правильный ответ в комментариях. Серьезно, для меня вот это все равно, что он на эльфийском разговаривает. Я не понимаю ни слова. f(x), 2, 3, что? Что за цифры и буквы? Зачем это надо вообще? x равно 1. Я не знаю, папа. Я не поняла. Я не понял, почему он не поняла. Давайте попробуем что-нибудь еще. А? Каково значение функции dag j chech kechi плюс 4, если х равно 2? Интересно, он хоть сам понял, что сказал? Ё-моё, папа Гена, блин. Дай мне подумать. Нет, я не знаю. Никто не знает, базарю. Ой-ой. Андрей! Ты шутишь, что ли? Ты должен был научиться! Мы дали вам достаточно времени! Да кого мы? Кого ты здесь еще видишь? Там только Андрюшка. Кто мы, блин? Возвращайтесь в свою комнату и учитесь по-настоящему! Все, все, я понял. Он просто разговаривает с Андрюшкой на «вы», да? И в множественном числе. Это странно. Окей, лучше бы он грамматику учил, чем математику. Андрюшку спрашивал. Окей. Что Андрюшка будет делать? Я не хочу делать домашнее задание. А что ты хочешь? Я должен найти выход отсюда. Ага. Чувак, смотри, все, что тебе нужно сделать, это найти антижир, найти тряпку, постирать ее, найти пароль. Он, кстати, если что, от папиного компьютера находится на вентиляторе. Потом, ну, заходишь в его комнату, пишешь этот пароль, пишешь, потом узнаешь пароль от ворот, бежишь, там моешь вот этим антижиром и тряпкой, протираешь панель задач, короче, вот это, открываешь ворота, убегаешь, все. Мы делали это 100 раз, чувак, у тебя точно все получится. Так, он через окно решил. Подожди, а здесь, ну, нет сколько дыма. Подожди, вот ты сначала вытяжку включи, дурачок. Точнее, выключи. А, окей, окей, окно открыто. Расходимся. Слушайте, здесь хотя бы и лестница починита. Кстати, можешь через чердак убежать. Может, мне подняться на чердак? Ну да, я тебе об этом и говорю. Хоп, 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 хоп. Еще чуть-чуть, открывай. Есть. Есть. О, чемодан. Сундук, точнее. А что там прячется в этом сундуке? Какого черта? Что это там за штука? Это сундук. Не, все-таки Андрюшка зря прогуливает школу, он даже не знает банальные вещи, да, как называется. Сундучок! Не открывай его, у меня плохое предчувствие, не открывай его! Окей, окей, кажется, Андрюшка нашел какое-то сокровище. У меня только один вопрос. Следующая серия хоть как-то будет связана с предыдущей серией? Мы узнаем, что там за сокровище на этом чердаке? Или там будет вообще другая серия, вообще о другом чем-то? Что-то мне подсказывает, что да. Ну давайте посмотрим следующую серию, погнали. Я люблю тебя. Ух, нифига себе, папа Гена. Я думаю, что этот костюм слишком мал. Да, чувак, он явно тебе жмет. Эй! Эй! Слушайте, ну походка у него просто идеальная, я хочу сказать.
Чё? Подожди, нифига себе. Андрюшка сидит на папином кресле и смотрит какой-то фильм. Походу, это «Форсаж». Подожди, или он играет в приставку? Что-то я не могу понять пока что. Помните, что мы вам говорили? Никакого компьютера, ты делаешь домашнее задание. Вау! Все в порядке, Гена. Ты уже достаточно его утомил этим. Он понял. Вот и Андреюшка. Увидимся сегодня вечером. Вот ты, Андреюшка. Окей, я как понимаю, родители ушли на свидание, да? Куда-то там в ресторан или что-то типа того. А Андрюшка остался один дома. Надеюсь, с ним будет все в порядке. Но мне что-то кажется, что это вряд ли. Увидимся сегодня вечером, Андрей. Окей, давайте хорошо погулять, как говорится. А вот и компьютер, Андрюшка. Они только ушли, он сразу начал играть в компьютер. Настоящий мужчина, я считаю. Кстати, я не знаю, что это за игра. Напишите в комментариях, что это за игра, ребят. Может, я ее пройду, почему нет? Круто быть дома одному. Такое не часто случается. Блин, что это за игра? Выглядит офигенно. Собачка! Ава-ва-ва-ва! Кто-то? Что такое? Почему это пес вдруг лает? Вот именно. Почему Бобик залаял? Что-то здесь не так. Блин, сколько дыма! Ой-ой! Ой-ой! Слушайте, почему здесь все персонажи бегают словно во сне? Знаете, когда ты убегаешь от кого-то во сне, обычно ты очень-очень-очень сильно стараешься это делать, но все происходит как будто в замедленной съемке, и ты в итоге на месте бежишь. Вот они здесь примерно так двигаются. Это странно. Возможно, это специально, чтобы нагнать саспенса, да? Или нет? Может, это просто, ну, такая анимация. Я не знаю. Сейчас разобьет стекло. О мой бог. О мой бог. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Так, Андрюшки прокатило, все хорошо. Они в ресторане сидят. Они сидят и просто на друг друга смотрят. Это странно. Галя, нас ждет счет. Мы тут одни остались. Я скоро вернусь. Он не вернется. Надо позвонить родителям. Конечно, надо, Андрюшка. Звони давай быстрее. Да, Андрей, почему ты звонишь? Хороший вопрос. Папа, мама, в саду какой-то сумасшедший. Что? Вы шутите? Не уходи. Галя! Да почему он так бегает? Это странно. Кто-то ворвался в наш дом и нападает на Андрея. Эд, самое время вот так бежать. Кто? Передайте телефон. Передайте телефон. Андрей, послушай меня. Быстро закройте открытое кухонное окно, прежде чем он войдет в дом. И быстро идите и спрячьтесь. Не шумите. Вызываем полицию и приезжаем. Окей, у меня только вопрос, а почему вот этот похититель-расхититель, да, вот этот вор, уже сделал пятый круг вокруг дома? Потому что он уже проходил, ну, через это окно. Теперь он опять перешел. Это странно. Зачем он просто ходит по кругу? Ладно. Окей.
Успеет ли он закрыть? Вот это хороший вопрос. Давай, Андрюшка. Есть. Серьезно? У него молоток, он может разбить стекло. Но он почему-то всегда внезапно появляется и просто уходит в другую сторону. Все? Серьезно? Ребят, запомните. Скорее всего, мы никогда не узнаем продолжение данной истории. Почему-то здесь каждое вот это видео, да, это отдельная история. Без конца. Что там за клад был во второй серии? Мы никогда не узнаем, спасли ли Андрюшку родители от вот этого маньяка с молотком. Но все, что я хочу узнать, что будет в последней, четвертой серии, которая вот вышла совсем недавно. Давайте узнаем вместе. Ну что, всегда так не играйте! Есть! А что, радуемся? Наверное, то, что они победили того маньяка с молотком, я не знаю. Только что позвонили из школы. Ага. Андрей, ты скрываешь от нас плохую оценку. Ах ты урод. Тебе весело на уроках. Козел. Что? Что я слышу? Мы поговорим вдвоем, Андрей. Кстати, лучше бы они говорили закрытыми ртами, потому что когда они открывают рот, мне становится почему-то жутко. Но с другой стороны, здорово, что анимация развивается, да? Может быть и концовки когда-то нам будут рассказывать... Более внятно. Пока ты будешь учиться в своей комнате. Ни прогулки, ни футбольного матча. Ага, окей. Учишься? Мама! А можно Вика и Игорь придут и помогут мне работать? Я не могу сосредоточиться на себе. Так сосредотачивайся не на себе, а на уроках, Андрюшка. Что, тупой, что ли? Я согласен. Но ты скажешь своим друзьям, что они здесь только по работе. Если я увижу, что вы делаете что-то другое, у вас будут проблемы. Ага, окей. Есть! Спасибо, мама. Офигеть, мама Галя все-таки хорошая женщина. Просто работать. А кем они будут работать? Уборщиками? Баристами? Строителями? Я это не понял. Наверное, это имеется в виду делать домашние задания, да? А вот и ребята! Хой! Хой! Ребята, я собираюсь на работу. А кем он работает? Стриптизером, блин? Что за костюмчик? Я собираюсь пойти за покупками. Когда я вернусь, вы двое пойдете домой. Хорошо. Хорошо. Да, они ушли. Ну, здорово. Они идут на месте. Это пугает. Что с Викой, ё-моё? Эй, ребята, не хотите перекусить сладостями? Я знаю, где их прячет моя мама. Я просто быстро прокрадусь на кухню. Офигеть, давай, Андрюшка, мне тоже возьми. Я люблю гирляж. Кто-то стучит и стучит. Да кто там стучит и... Что здесь происходит? Что? Не может быть, сантехник Василий? Что он тут делает? О, привет! Твои родители попросили меня починить сломанный кран, пока их нет? Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь ремонтировал кран молотком. Ты когда-нибудь чинили краны в своей жизни, молодой человек? Я, если честно, нет, но почти уверен, что Игорек прав. Вряд ли ты молотком можешь что-то вообще починить в этой жизни. Я так не думаю! Так что я бы так не сказал! Ой-ой. Ой-ой, кажется, он хочет починить молотком детей. Окей. Okay.
Блин, теперь он хочет починить плечом эту дверь. С ума сойти. Золотые руки у него. А, теперь он хочет ногою, понял. О, наконец-то. Что такое? Посмотри в шкафу, посмотри в шкафу, они всегда там прячутся. Лучше бы он, кстати, молотком починил себе мозг. Все, серьезно, ё-моё! Это очень своеобразный сериал, конечно. Да, ребята, это... Ну, это что-то особенное, потому что я таких сериалов еще не видел, чтобы ни один сериал не закончился с нормальной концовкой. Таких сериалов я еще не видел. Но мне все равно понравилось, было весело, особенно диалоги. Если вам тоже, поставьте лайк в комментариях. Всем спасибо за просмотр, всем пока!